Всех приветствую. Буквально минуточку подождем, когда к нам подсоединятся побольше моих коллег, а может быть и не коллег, а новых друзей моих. И начнем говорить, собственно, о том, о чем мы сегодня собрались поговорить. Вот, кстати, сегодня моя прическа мне практически идеально нравится. Ну, наверное, девочки все критичные и все очень критично относятся к своей внешности, так же, как вот и я тоже, да? Но вот сегодня мне свои волосы, допустим, нравятся, как они лежат, а всего-то я использовала маску со змеиным маслом от компании Ботель. И мои волосы целый день держали объем, и до сих пор они лежат, ну, мне прямо нравится. Всех приветствую, всем очень рада, здравствуйте. Ну что, практически все собрались, привет-привет. И давайте сегодня немножко поговорим о той компании, с которой я сотрудничаю и партнером, которой я являюсь и строю свой бизнес. Это компания Ботель. Почему же такой выбор, почему именно эта компания? Начнем с того, что компания Ботель – это российская компания, расположена она в городе Барнауле, это Алтайский край. То есть это практически экологически чистая продукция, экопродукция, я бы ее так назвала. Эта компания достаточно молодая, но тем не менее она уже 10 лет на рынке, то есть какие-то кризисы и трудности она уже пережила в своей жизни. И это показывает и характеризует ее с той точки зрения, что она достаточно сильная и бизнес ее устойчив. 2 года назад компания стала работать онлайн-бизнес, то есть здесь рынок еще достаточно свободный, и здесь есть куда развиваться и куда расти. Товарная линейка компании очень широка, она начинается от фиточаев и заканчивая стиральными порошками. То есть это фиточаи, это лекарственные настойки на меду и на травах Алтая, заметьте, экологически чистых районов России. Это декоративная косметика, это уходовая косметика, это товары для детей, для мужчин, для женщин. И товары для дома и быта, стиральные порошки, средства для мытья, все также экологически чистые, все из натуральных продуктов. Эту компанию я полюбила с первой посылки, которую я получила от них. Как только я зарегистрировалась в компании, конечно же, я сделала закупку и получила свою первую посылку. Во-первых, в посылке было очень много приятных бонусов, за что компании спасибо. В каждую посылочку нам всегда закладываются дополнительные бонусы и какие-то презентики. Это очень хорошо. Это, во-первых, очень приятно, все мы любим такие плюсики. Во-вторых, это помогает быстрее изучить и попробовать как можно больше товаров нашей компании. Ну вот свой эфир я начала как раз с того, что, допустим, в очередной раз попробовала новиночку, которую приобрела в компании. Это маску для волос с жиром змеи. Ну, просто в восторге от нее, да? Вот обратите внимание, какие волосы. Ну, в общем-то, как говорится, результат налицо. И все товары этой компании очень хороши. Я, допустим, очень активно использую еще зубную пасту. Ну, в общем-то, конкретно по каким-то видам товаров компании Ботель обязательно сниму видео отдельно и буду рассказывать, делиться своими отзывами об этих товарах. А также начну снимать в Инстаграм распаковку посылок. Вот придет посылка у меня на этой неделе, я обязательно ее распакую и вам все покажу и расскажу о том, что уже пробовала и о том, что планирую попробовать. Итак, значит, почему же все-таки мой выбор пал на Ботель? Это потому что, во-первых, качественный товар. Во-вторых, здесь очень хорошее торговое предложение. Здесь очень низкий ЛТО. Он составляет всего 20 баллов, который легко закрыть за 1500-2000 рублей. Ни в одной компании вы такого ЛТО не найдете.
Вот по моим подсчетам я, допустим, на товары, так скажем, в простонародье называются мыльно-рыльные, да, я в месяц где-то трачу около 1000-1500. Мне этого совершенно достаточно. Ну, плюс декоративная косметика, которую мы покупаем не ежедневно, если разбить сумму денег, которые я трачу там, допустим, раз в 3 месяца, закупать декоративную косметику, ну, плюс это где-то рублей 500 максимум. Поэтому ЛТО с компанией Батель я закрываю очень легко, причем на те товары, которые действительно мне нужны, я не покупаю ничего лишнего. Я беру только то, что мне надо. То есть ЛТО я здесь закрываю очень просто, и это, я считаю, очень большой плюс для любого человека, который хочет попробоваться в сетевом и которого смущают в некоторых компаниях очень большие как раз ЛТО. Когда я выбирала сетевую компанию, предложений мне было очень много, и суммы назывались различные от 6 тысяч до 23 тысяч рублей ежемесячно. Чувствуете, да, какие цифры я называю? То есть компания Батель, она настолько лояльно относится к своим потребителям, своим консультантам, к своим партнерам, что она установила изначально невысокие ЛТО, невысокие цены на свою продукцию, достаточно хорошего, качественную продукцию. Поэтому те, кто сомневается, не сомневайтесь. Продукция Батель, супер качество, уникальные торговые предложения вы не найдете нигде. Вдобавок ко всему, последний большой плюс, который я хочу отметить, это то, что здесь дается очень качественное обучение всем тонкостям и премудростям современного сетевого маркетинга. Все мы знаем, что мы работаем через интернет теперь. Для этого нужно очень хорошо разбираться во всех тонкостях и качественного ведения ваших страниц, чтобы у вас как можно быстрее находились качественные партнеры. Все это компания нам дает совершенно бесплатно. И обучение это постоянно корректируется, постоянно добавляется, учитывая все новинки, которые внедряются в интернет, и сразу же у нас проходит очередное обучение. Надеюсь, я вас убедила в том, что стоит попробовать работу в сетевом именно в компании Батель. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите мне в директ или проходите по ссылке в шапке профиля, и я с вами обязательно свяжусь и проведу каждому личную консультацию, где мы сможем с вами более подробно обсудить те вопросы, которые у вас еще остались. Надеюсь, была полезной. До новых встреч. До свидания.